Какое прекрасное утро, господа. Прям вообще красота. Удалось дерево спасти. Все-таки оно уже загнивало буквально, высохло дома. Дерево удалось спасти. А то оно как-то зимой внутри дома стало теряться. Сейчас разрастается. Вообще, блин, лето творит чудеса. Улица, вернее. Там недоделки. Все так разрослось, такое все фактурненькое, красивое. Камыш. Так, это значит из скважины, да, у меня история? Нет! Блин! Черешня в этом году будет прям хоть продавай. Ну, я думаю, ведро можно собрать. Кири, а что с тобой? Ты что там? А? Что ты, пьешь воду? Бедненько. Дефиле своим филе. О, друзья, какой был день насыщенный, просто с самого утра. Но зря день не прошел, столько сделан. Сделано. А сейчас спать. Хоть кому-то кажется, что и нет. Нет, друзья, этот кошмар, по-моему, не закончится никогда. Когда мне перестанет сниться, что я забыл текст на собственном шоу? И вот прям как затык какой-то. Прям приди... Что-то там, приди. И я смотрю, нигде текста подсказки ноль. Просто персональный ужас. Выглядит так. Доброе всем. Друзья, уже третий час отвечаю на ваши вопросы. Прям уже руки истер. Но с удовольствием это продолжаю делать. Спасибо. Друзья, вот уже третий час отвечаю на ваши вопросы. Уже руки все истер. Но продолжаю с удовольствием это делать. Спасибо. Короче, нечто. Проснуться рано, получить утро себе лично эгоистично.
делиться с минимальным количеством людей, понимать, что оно только твое. Класс. Надежда, что меня захватит кадр. Я видео снимаю. Два с половиной часа вы готовы кататься? Ну, смотря куда. Ну, куда? На Мальдивы, можно? Давайте туда поедем лучше. Почему ты не купил свой катер? Мы бы на твоем катались. Не было бы вопросов, куда поплыть. Когда-нибудь куплю. Завтра. Ми, пообщался. О, красиво, смотри. Очень красиво. Вообще красиво. Конечно, я же говорил об этом. 100%. А ты там был? А мы там... Мы не дошли наверх.